ковид отступает, но не сдается ежедневно. Медики фиксируют все меньше лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Так что говорить о полном завершении пандемии пока не приходится. Специалисты подтверждают, у коронавирусной инфекции есть два варианта развития. Первый – это будут штаммы, превращающие коронавирус в сезонное заболевание. Второй – что на смену омикрону придет штамм, который вызывает болезнь с более тяжелым течением. Поэтому отказываться от прививки рано, тем более, что она уже внесена в национальный календарь вакцинации, говорит Михаил Чумаков. Если раньше мы прививались раз в 6 месяцев, сейчас мы будем прививаться раз в год. И остаются уже другие группы. Сейчас остаются лица старше 60 лет, как наиболее поражаемый контингент, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, хронические заболевания, эти лица, и лица, которые страдают, болеют различными аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями. Не стоит забывать и о традиционных сезонных заболеваниях. Они остаются так же, как и осложнения от них. Рост числа заболевших ждут в осенние месяцы. И врачи очень не хотят, чтобы респираторные заболевания соседствовали, например, с тем же ковидом или корью. Мы однозначно осенью не ждем пока грипп, то есть однозначно придут респираторные, острые респираторные заболевания различные. Это и РС-инфекция, и аденовирусные инфекции, какие-то другие инфекции, вирусные инфекции, которые поражают респираторный тракт. Вот будет ли подъем заболеваемости ковидом? Если останется омикрон и тот омикрон, который у нас сейчас на сегодняшний день циркулирует, конечно, скорее всего, заболеваемости подъема не будет. Ситуация с корью в регионе пока стабильная. Двое заболевших, ребенок и взрослый, в двух районах – Качкуровском и Ковылкинском. Оба случая завозные, из Москвы. Эпидемиологи надеются купировать их и не дать распространиться. И в очередной раз призывают обезопасить себя прививкой. Особенно это касается людей до 35 лет, кто просто не знает, была ли вакцинация в детстве, и родителям детей, ведь корь остается в пятерке самых смертоносных заболеваний для маленьких пациентов. Наталья Тюрина, «Наши новости».